разбудили утром, сказали эвакуироваться. Макс, ну как ты? Вот оттуда движется проблема. Видите, обломки какие-то. В таком месте может зажать. Образовалось искусственное озеро. Поль, мы тебя спасли вчера, ты помнишь? Привет, иди сюда. О. Друзья, я на горище. Макс, угадай, что это у меня? Короче, сегодня утром проснулись, сказали эвакуироваться. Сейчас куда-то едем. Быстро собираем все вещи. Кошелек. Такого я еще не видел. Разбудили утром, сказали, надо собираться. Грузим всю технику, неважные вещи на второй этаж. Вот между теми горами образовалось озеро. Может сюда вода прийти и затопит. Тогда весь дом. Поэтому мы эвакуируемся. Поль, будем убегать. Поль, собирайся, уходим. Давай. Хозяева тоже уезжают тут. И мы уезжаем за ними. Мы эвакуируемся. Надеемся, ты выживешь. Ворота оставляем открытыми, а двери и окна закрытыми. Вот оттуда движется проблема. Надеемся, она сюда не дойдет. Макс, ну как ты? Боевой настрой у тебя? Уехали мы с эпицентра в сторону, потому что вода будет идти вот ровно в то место, где мы живем. А мы ушли в бок и выше чуть-чуть. Встречаем. Маркьян, у тебя и тут трактор есть. Ну, мы приехали к маме и папе, а это наших хозяев, бабушки и дедушки. Сейчас будем вещи разгружать, технику подключать. Дрончик, может, запустим, посмотрим, что там на горе, если долечу. А так пока тут сидим, чтобы дальше никто не знает. Вас захотите? Добрый день. Якщо на і на туди на школу і це все туди прямо так. А вже а та річка туди пішла. Бывает куда без добра. Интернет, смотрите, тут хороший. 2,2, 2,7, 3,4. И это круто, в горах это крутая скорость. В городах пожаров боятся. Ну а тут еще одно бедствие, наводнение. То есть ты строил, деньги вкладывал, туристов возил. Раз и все. Смотрите, кто тут у нас. У меня где-то есть компьютер. Ага. Тут все есть. Он рабочий, не рабочий. А что тут еще есть? Куда можно сходить? Это улис? Да, можешь. Да? Это поднимался туда? И там увидел оленя, да? Нет, это есть. Багато тварин, кабане, рыбачом, белки якісь. Ну, вибачайте, у нас нема таких умов. Да, все нормально. Друзья, я на горище. Смотрите, Назар, расскажи, что тут есть. О, такие є баян, який уже не працює. Дивіться, такий порваний. Тут є от такий велик, старенький дуже. Банки є різні такі. Одяг там, бачите, у пакетах. А ну, іди сюди, от це що розкажи? Двері старі такі. Від машин, від жигулів. Книжки, це як його? Микола Братан, Бержина. Це бочка така совєтська. Друзі, ставте лайки, якщо цікаво. Для папи це дуже важливо. О, бачите, тут кусок педрона, такого мотоцикла. Тут колеса треба закріпити. О, тут мотор був, поняли, тут типу такого. Ну все, друзі, увидимся. Все. Потом.
Молодець. Поль, ми тебе спасли вчора, ти пам'ятаєш? Ти пам'ятаєш, як я тебе спасав, так? З Максом кое-что покажу. Що я тут нашел? Ти тут заходив сюди? Дивись! Ой, не бой. Ой-ой-ой, как боится. Ты ж хотел увидеть. Поросенка нашел. Кать, давайся. Ой, Тимур, это ж малыш. Осенью здесь сожрут. Зарядут осенью. Ну что, это правда. Заказали Максиму игрушки с новой игры Brawl Stars. Спайк. О, Спайк. А это кто, Максим? Ворон. Ох, такой трактор, смотрите какой. О. В тракторе я еще не сидел. Сделано в СССР. Поехал. По полях. Как это, ну погоди, помните? А, это на комбайне. О боже, а это что? Я вообще ничего тут не понимаю. Это, наверное, газ, тормоз, а это что? А это что? Ладно, вылазим. Сейчас съездим в магазин. Размер. 40 пачек. А почему гумаки? Сапожки в этой погоде, это то, что нужно. В новых сапогах. Готов покорять грязь. Полетал только что на дроне, сейчас покажу вам кадры. Прилетел к тому мосту, который возле нас, металлический старый. Его снесло одну часть полностью. А это будущий настоящий квадроцикл. Дедушка его сам собирает. Только вместо трех колес будет четыре. Еще один трактор. Так, дедушка едет, который нас приютил. Коля уже тут? Так. Дай лапу. Молодец. Ой, какой модный. Раньше был, ты шо? Смотри. Ого. Не. Раритетик такой. Ох, разлетелся. Вчера здесь был просто потоп максимальный. Тут все вот это было. Видите, обломки какие-то. Как Дима Комаров рассказывал. В таком месте может зажать. Водой будет давить, получается, если попадешь в такое место. И все, и ты не выберешься. Макс, угадай, что это у меня. Держи и говори. Фотик. А, радио. Радио? А почему ты так решил? Радио можно переключать. Что там внутри вставляется? Ну, посмотри, открой. Кассета. Я думал, не угадает. Кассетные плееры, помните? У кого был такой, ставьте лайки. Так, ну что, всем спокойной ночи. Завтра будем решать, что делать дальше. Может быть, уже будем ехать домой. Будем следить за новостями. Ну что, доброе утро. Вещи собраны. Мы едем к нам в коттедж. Маркян. До побачення. Ви вже їдете? Так. Дякую, що приїтили. Та ну да, так, ну що, ми загрузили машину. Собрались уїжджати так же швидко, як і приїжджали сюди. Короче, у нас повна машина вещей. Ребенок забаррикадирован там. Заїжджаємо к нам в коттедж. Развесили. Теперь надо узнать, какие новости. И
из-за огромного оползня, больше чем 13 метров, в верхней части бокового притока речки Прут образовалось искусственное озеро. И вода поступала по 10 сантиметров в час. Размеры реально были огромные, 500 метров в длину, 100 в ширину и 10 в глубину. Но сейчас погода наладилась полностью. Вот сейчас иду по тому месту, где было полно воды, ноги застревали, выли. Все вот это было в воде полностью. Сейчас хочу запустить дрончик. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape it, I don't wanna fake. Короче, выключился экран телефона. Сейчас буду дрон ловить руками. Слава богу, успел нажать возврат домой. Вот это я начал переживать. Я не знаю, что произошло. Экран просто начал темнеть на телефоне. Смотрите, кто пришел. А где дрон? Тут. Уже тут? Да, я позапускал уже. Это все в воде было. Полностью затоплено. Вон генератор стоит. Он был тоже в воде. И вся обувь испорчена. Хотелось бы вам напомнить, сколько тут было воды, когда я шел спасать собаку. Привет, иди сюда. Вот, я тут открывал. Этот замок был под водой. Так, ну, открывайся. Все в воде полностью. Вон поводок лежит. Вот такой уровень воды был. Сейчас сравните, насколько меньше. Пришел вечер, время шашлычка. Сегодня кушаем говядину. Как бы ни странно это звучало, я, наверное, никогда не ел шашлык с говядины. Бой на шампурах, пока готовится костер. Фу! Фу! Делаем салат. Спасибо за просмотр. Пока.